Уважаемая, дорогая Наина Васильевна, дорогие друзья, уже год, как с нами нет Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России и одного из самых ярких политиков 20-го столетия, кардинально повлиявшего на развитие не только нашей страны, но и на ход мировой истории без всякого преувеличения. Бурные 90-е были временем стремительных перемен и смелых, неординарных людей. Личностей, способных идти против течения, зовущих к новым целям и ведущих за собой массы людей. И Борис Николаевич Ельцин без всякого преувеличения принадлежит именно к такой выдающейся плеяде. Он прошел трудный путь политика и гражданина, и за свою жизнь не раз оказывался в ситуации сложного, принципиального выбора. Но этот путь был столь же уникален, как и судьба самой нашей страны. Страны, прошедшей через беспрецедентные трансформации и тяжелые потрясения, но отстоявшие и свою государственность, и свое право на свободное самостоятельное развитие. Ничто тогда не могло помешать главному стремлению людей – стремлению к свободе. И монумент, который мы сегодня открываем, это не только дань памяти первому президенту страны. Его надгробие по праву покрывает российский государственный флаг «Триколор». Национальный флаг России, возвращенный именно им, именно Борисом Николаевичем Ельциным, нашей истории, нашей стране, нашему народу спустя долгие десятилетия. Этот флаг – свидетельство давних и выстраданных нашим народом демократических устремлений. Один из ярких символов твердого выбора в пользу свободного общества и цивилизованного передового развития. Выбора единственно достойного такой великой страны, как Россия. Сегодня все мы живем в открытой и самостоятельной стране. В стране, развивающейся в полном соответствии с духом и буквой Российской Конституции. И президентская власть в России всегда будет последовательным гарантом основного закона, прав граждан. Будет и дальше служить народу России, защите суверенных интересов страны. Мы знаем, президент Ельцин достойно, всегда достойно держал удар. Брал на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране. И показал, что только так, смело, решительно нужно идти избранным стратегическим курсом, оставаясь при этом открытым и восприимчивым ко всему новому и полезному для страны. В этом смысле Борис Николаевич Ельцин был всем нам примером. И такая твердая, принципиальная позиция первого лица государства, уверен, будет и впредь являться основой для нашего движения вперед, для сегодняшних и будущих успехов России. Дорогие друзья, уход человека из жизни еще не значит, что его путь завершен. Он жив, пока жива память о нем, пока живы его дела и идеи. В нашей памяти и в истории нашего Отечества навсегда останется Борис Николаевич Ельцин, первый президент страны и мужественный, смелый лидер России. Вечная ему память.